«Черный лев» в Коркино. Но не нужно паниковать. Такое прозвище у боксера-профессионала Магомеда Курбанова. Чемпиона мира среди молодежи по версии WBO и обладателя двух чемпионских поясов. Именитый спортсмен провел занятия для юных коркинцев и постоял в спаррингах с местными воспитанниками. Александр Захаров с подробностями. Пятнадцатилетняя Оля Нерчу боксирует всего год и поверить не может, что стоит в спарринге с боксером-профессионалом Магомедом Курбановым. Девушка уверенно атакует чемпиона по версии WBO International. Он, получается, подошел ко мне посмотреть, как я работаю, и встал со мной в пару. И у нас как игровая тренировка получилась. И он пропустил удар от меня. В Коркинском физкультурном комплексе проходит мастер-класс боксера-профессионала Магомеда Курбанова. Спортсмен показывает разминку, упражнения в парах и удары по груше. Но ребенок, он когда растет, смотрит на кого-то и пытается сделать как взрослый человек, как хороший человек. И он старается равняться на того, на кого он смотрит. Так же, как и ребенок на отца смотрит, если отец подает ему хороший пример. На счету спортсмена 17 боев и ни одного поражения. Приезд такого статусного боксера в Коркино стало возможным благодаря русской медной компании. И это уже не первая знаменитость в спорткомплексе Коркино. До этого сюда приезжали олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Рахим Чехкиев. Мы всем бойцам очень рады. То есть у нас такая всесторонняя получилась школа, и любительская, и профессиональная. То есть ребята наши, кто выступает в любителях, у них сегодня будет понимание, как дальше жизнь построить свою. Если они хотят, они могут продолжить свою жизнь в профессиональной карьере. Совсем скоро юные коркинские боксеры свои умения смогут показать на открытом первенстве города по боксу. Оно пройдет 8 и 9 мая. Александр Захаров, ОТВ.